Всем привет! И у нас утро. Сегодня второй день в Германии, да? Нет, первый. Ну, Яна уже собралась за игрушками. Вот такая вот погода, немножко пасмурно, поэтому мы, скорее всего, поедем по магазинам искать игрушки, да? И, может быть, куда-нибудь заедем погулять. Да? Да. А ты куда хочешь, Яночка? В магазин. Мы сейчас пойдем позавтракаем и поедем в магазин. Ну что, поехали? Куда мы едем, Яна? Ням-ням-ням, магазин. Поедем посмотрим какую-нибудь детскую одежду, детские игрушки, да? Может быть, что-нибудь нам найдем интересного. Ну, вообще, пойдем погуляем. Погода сегодня не очень хорошая, поэтому у нас будет день катания на машине. Мы попробуем куда-нибудь в горы, да, заехать? В лес. В лес, да. Давайте, поехали. Поехали, застегнуться обязательно. Или на мотоцикле вот на этом поедем. Втроем. Сузуки. Сама рассказывай, пробуем заехать в лес? Мы ехали, увидели знак олени и какой-то поворот такой вот направо, в горы, в лес. Мы всегда хотели заехать здесь в лес, но то был дождь, то у нас была маленькая машина совсем. Ян, ты когда-нибудь была в лесу? Да. Да ты так думаешь, ты никогда не была в лесу. Была. Ну ты-то совсем маленькая тогда была. Чернигове. В Чернигове, да, ты была в лесу. Грибы, смотри, могут быть уже. Наберем полный багажник поганок. И что мы будем с ними делать? Будем варить зелье, превращать кого-нибудь в жабу. Ой, здесь очень страшно. Реально, это очень какая-то страшная дорога. Посмотри, вон лес. Нет, оно в телефоне так не видно. Я не хочу в лес, я передумала. Телефон упадет. Привет! Привет! Яна, тебе как в лесу? Комфортно было? Нет. Не понравилось в лесу? Нет. Да ну! Это столбик в лесу. Ну тут такой лес со скамеечкой. Яна, мы почти как на аттракционе, вот мы выезжаем на дорогу. Здесь он у кого-то домик. А здесь у кого-то домик. А вот знак про оленей сейчас мы покажем. Нет, где же он был? Он там раньше был. А, вон он. Вон знак, что могут наблюдать олени. Оленей мы не видели, но в лесу побывали. Привет, приехали? Приехали снова мы в магазин тебе за покупками, да. За обновками. Белку. Белку, конечно, с собой возьмем. Яна сама собрала белку, вон из киндер-сюрприза мы съели, да, по дороге? Да. Ну все, а сейчас идем в магазин. Да. Машины здесь ездят. Ну, я специально не купила ММДМС в магазине, потому что я знала, что вот здесь есть этот автомат. В прошлый раз он у нас заживал даже какие-то там деньги. Садитесь. Давай, конфетки я тебе открою. Конфетки Яне достались в подарок, да? Да. Госпожа из Арабских Эмиратов купила Яне конфетки в автомате, потому что у нас мелочи не хватало. Мы нашли тут карусель, но Яна залазить на лошадку не хочет. То ли боится, то ли она хочет как-то по-особенному. Яночка, ну ты держись, мы сейчас карусель включим. Вот, и она должна, ну не знаю, катать себя. А! Ой, как быстро! Странно, без музыки карусель так ездит. Ты
Яна там передвигается, да, между лошадками, но залезть не хочет. Ой, хочет. Тебе помочь? Яна тоже как маленькая пони там будет. Ну что, Яна, мы купили одежды, да? Да. Но мы забыли самое главное, что любят дети. Яна, что любят дети? Яну. Яну дети любят, понятно. А сами дети еще что любят? Игрушки. И вот здесь в Сальцбурге есть магазин Toys R Us. У нас пошел дождик, мы хотели поехать гулять еще куда-то, но мы не будем пока гулять под дождиком, мы пойдем в магазин. Нет. С игрушками, Яна? Ты даже не представляешь себе, что это за магазин. Игрушки, да. Тебе за подарками. Хочешь, да, подарки, игрушки? Кто же не хочет? Мы нашли вход в магазин. И сейчас пойдем. Вот он. Вот она, как говорит Яна. Вон шарики. Смотрите. Гамбургеры желейные. Бургеры. Берем такие? Хорошо. Так, давай тележку найдем. Яна, только не открывай. Вон тележка. Что, начнем с бургера? Хочешь бургер такой? Ты выбирай сама себе. Давай. Ты его будешь кушать потом? Ой. Так. Ой, тает. Что это за базу? Ну, это какая-то водичка. Шарики? Да. Ну, у нас такие уже были. Ну что, давай возьмем. А зачем они нам? Побросаем, что только два красивые сзади. А, так вы крутые, вы хотите прямо в гостиницу побросаться, да, шариками? А-а-а. Пошли, Яночка, идем дальше. Ути! Монстра хочешь? Да. Я не знаю, Яна, нужен ли нам монстр такой. Мы же пришли за всякими девчачьими игрушками. Мама. Ну, идем дальше, Ян. Ой, какие-то пакетики, не знаем, что это такое. Яна, что, не знаю, что она берет. Я даже не могу понять, что Яна взяла. Какой-то, наверное, вентилятор? Нет. А что это? Ду. А вот что есть. Пружина. Ой, у мамы в детстве тоже была такая. Ян, пошли с папой. Идем с папой? Пошли. Давай, разворачивайся, пошли к папе. Такие чупа-чупсы какие-то интересные. Маршмеллоу. Яна, хочешь зефир? Нет. Чего? Смотри, какой красивый. Нет, не хочешь? Ой, здесь много всего интересного, конечно. Вон папа, вон он. Вон он. Папа! Ух ты, это украшение или что? Ну вот эти палочки, да, Glitzy Globes. Это совсем для малышей. А тут вот такие вот лошадки. Так, смотрим. Да не, Биби это не интересно. Ян, пошли сначала все обойдем, посмотрим, что есть. Пошли. Давай посмотрим, что продается. Идем.
А смотри, во что можно поиграть, Яна. Дом. Дом, дом. А вот, смотрите, что здесь есть. Какой-то пазл в коробочке. Ой, у нас нету таких коробочек и таких пакетиков. Здесь очень много всего интересного. Ух ты, какие-то пакетики с единорогами. Но мы, наверное, купим такие пакетики, потому что я у нас не видела. А вот еще что есть. Little Pony вот в таких вот коробочках. Я не помню, у нас были Little Pony вот в таких вот коробочках. Вон пакетики с единорогами. И вот еще какие-то Little Pony, такие сердечки. Непонятно, что здесь. Мы таких не видели. А вот, смотрите, Маша и Медведь пакетики. Вы когда-нибудь видели? Дом Маши и Медведя, да. Ага, это Charm You. Это шарм для детей. Это как детская Пандора? Да. А вот что, вот пакетики какие-то Лего. Здесь жираф. Понятные пакетики, там нужно собрать жирафа. Сейчас мы посмотрим, что есть из интересного. Есть Frozen. Здесь очень много того, чего нет у нас. Яна, ну ты и набрала. Я на секунду отвернулась. Я вижу, ты уже чего только не взяла, даже зонтик. Мака. Машу взяла? Ты нашла здесь Машу? Я думала, здесь нету про Машу ничего. Мама, пока тебе выбирала здесь красивые всякие штучки, ты уже столько всего набрала. Подожди, Ян, подожди. Мы, по-моему, еще не все здесь посмотрели. Пошли теперь за ручку чуть-чуть походим. Пошли. И посмотрим, что здесь есть. Посмотри, сколько всего. Тут есть что хочешь. Вон еще какие-то пакетики. Яна, иди сюда. Яночка, подойди сюда. Непонятно, что это, но у нас таких я не видела. Идем дальше, посмотрим, что есть. Давай вот в ту сторону, по-моему, там не все еще. Или здесь. Ну, здесь уже коляски, кресла, нам это все не нужно. Пошли в ту сторону, Яна. Нам коляски не нужны, идем в ту сторону. Сейчас мы найдем что-нибудь интересное. Вот что это за ручка, например. А, это много цветов здесь. Яночка, разворачивайся. У Яны уже полная тележка, нам некуда складывать. Яночка, подойди к папе. Барби. Здесь какой-то такой выбор большой. Ты хочешь такую собачку, как в кино ты видела? Да. Классный фильм мы смотрели. Как назывался? «Тайная жизнь домашних животных». А вот еще какие-то пакетики, смотрите, с птичками и свинками. А смотрите, какие пазлы красивые, Яна, смотри, какие пазлы. Классные, интересные такие. Ты где? Я когда была маленькая, так любила собирать пазлы.
Яне не понравились. Одна сплошная вкуснятина. Это какая-то игра для Лего для мальчиков. Ты бабку нашла? Да. Ты его нашла? Как ты все видишь вообще, Ян? Смотри, какие конфеты. Идем посмотрим, какие есть конфеты. Пиццу. Пиццу ты нашла? Да. Желейную пиццу? Ну, ты набрала всего, конечно. Подожди. Смотрите, вот еще какие-то пакетики. Непонятно, что это. С Мини-Маус какие-то пакетики. Очень много всего интересного. Того, чего я у нас не видела. Интересно, что это? Вот это тоже непонятно что. Какие-то такие яйца, не яйца с сюрпризами. У нас сегодня будет вечеринка. Ты что, взяла чего-то? Папа, пику. А что это такое? Папа, пику. Ой, смотрите, это детское вино безалкогольное какое-то. Угу, непонятно, что войны. Это со Звездными войнами. Я думала, что больше нет сюрпризов. Мы уже хотели идти на кассу. А тут еще вон сколько сюрпризов. Яйца миньоны. Ух ты, какие-то пакетики Angry Birds, какие-то пакетики с самолетами, с тачками, Star Wars, что хочешь. Огромный магазин, и здесь, конечно, чего только нет, тут нужно проводить целый день. Юху Фрэнс. И там яйца, сюрпризы, в общем, очень много всего. Мы не ожидали, что здесь столько всего. И Яна не ожидала, у нее сразу разбежались глаза, она вон не знала, что набирать. Набрала полную тачку. Яна, ты такая смешная, ты хочешь сама донести такой огромный пакет. Ты... И куда ты идешь, я не пойму, выход там. Выходим? Да. Давай все-таки папа возьмет пакет. Нет. Ян, смотри, этот пакет действительно больше, чем ты. Ты бы в него поместилась целиком? Вот если пойдет... Если пойдет дождь, Ян, мы тебя посадим в этот пакет и понесем, да? Ну что, тебе понравилось в магазине? Да. Мы не смогли все снять, потому что не везде можно снимать. И, ну, здесь своя система по поводу видео, но мы много чего сняли, даже кусочек на кассе, так что показали вам максимально, насколько можно было показать этот магазин. Всем пока. Пока мы едем, Яна решила не терять время зря, да, пока доедем на пиццу. И что, будешь кушать пиццу? Да. Ну, по крайней мере, попробуешь, расскажешь, вкусно, невкусно. Давай, кушай пиццу, а мы пока ищем ресторан. Вон какой-то замок, он еще в туче. Прям как в каких-то фильмах ужасов. А как к нему проехать? Пешком через поле. Нет, ну есть же какая-то... Военная техника. Мы вот пришли в ресторан. Здесь почему-то до сих пор новогодние декорации. Мы не знаем почему. Вот из тюти, в китайском ресторане тюти. Ну, пойдем в китайский ресторан. Я буду есть китайский. Сейчас посмотрим, сейчас как наедимся. Яна никогда не была в китайском. Я здесь. Да. Ну, на всякий случай возьми, я не знаю. Да здесь оставляю. Яна никогда не была в китайском ресторане. Смешно, да? Оставляем коляску. У нас нельзя было бы так оставить коляску. Ну, может, ее украдут, но зато везти меньше придется. Яна не была в китайском ресторане.
У нас, говорят, китайские рестораны очень грязные, в них лучше не ходить. Ну, здесь вроде как заботятся о чистоте. Китайские рестораны везде грязные. Ну, вот папа говорит, что китайские рестораны везде грязные. Так что мы будем осторожничать. Вот такой вот, вот он, вот здесь вот обстановка такая типичная. Вот, что-то нам говорит этот любезный человек. А можно нам там сесть? Конвиз. Yes. Я. Говорит, можно сесть там. Но Яна думает, что она на детскую площадку, потому что у нас дома, там где суши, иди садись. Там же есть детская площадка, мы неоднократно снимали видео, там где Яночка день рождения. Ну хорошо, сейчас мы тебя зажжем свечку, будешь ждать. Нам сказали, что суши здесь сегодня нет. Может быть, они не свежие, мы не знаем почему. У них только в определенные дни есть суши. Поэтому мы заказали френч фрайс и курочку. Да, Яночка? Да. Ждем. Нам, да, нам по чуть-чуть приносят наш заказ. Что вот это, я не поняла. Потому что вот этот вот человек, он очень плохо говорит по-английски. Он как-то, как будто бы по-китайски. И вот такая вот штучка у нас вот. И тут вот рис. Яна уже берет тарелку. Так. Берет тарелку. Вот так. Вот она хочет, наверное, уже риса. Да, Яна? Да. Сейчас. Открываем. Вот такая вот штучка. Здесь ложечка в китайском стиле. Такой разваренный рис. Они рис разваривают. Они его вот не так, как мы любим, варят. Зернистый, продолговатый. Вот у них рис в основном такой кругленький и всегда разваренный, как для суши. А ну-ка, 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 ну-ка. Вот, Яне мы накладываем в тарелочку рис. Он горячий, осторожно, Яна. Еще, еще, еще. Ой, мама уронила рис. Так, собираем вот эти вот, то, что уронили. Сейчас, 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 мама тебе, знаешь, как классно сделает? Ты хотела суши, да? Суши нет? Сейчас мы... Сейчас мы, знаешь, что сделаем? Пока мы ждем основное блюдо, да, мы возьмем соус. Почему бы нам не взять, да, соус? И польем рис. Хочешь? Это, конечно, не суши, но... Такой чуть-чуть отдаленный вкус, да, будет. Что это такое? Вот что вот это, я уже говорила, я не поняла. What похоже, это... Prawns. You ordered this one sauce? Extra. What? Нам принесли такое количество еды, мы уже запутались, кто что заказывал. Вот это точно Яне. Она уже... Да, Яночка, сейчас, 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 малыш, подожди. Ой, Яне не терпится, она уже хочет поскорее кушать свою картошку, раз уж нет суши. Горячо? Да. Ты дуй. И вот такая вот у нас, такой пир. Мы думали, что уходим. Нет, не уходим, нам вон еще что принесли. Это не игрушки, это такие вот печеньки с предсказаниями. И вот это что еще у нас? Бундюк. Арбуз, Яна его называет бундюк, как-то так. Вот. Маленький чайник, чашечка. Ну что, давай откроем печенька с предсказаниями? Открываем печеньки с предсказаниями. Ну посмотрим, вдруг там игрушки. Давай, открывай. А ну-ка. Смотри, какой. Ну-ка, что там пишется? Давай, доставай свое предсказание. И что там пишется? Давай всем покажем. A fresh new start will put you on your way. Смотри, здесь, ну, смысл таков, что какое-то новое начинание
тебя поддержит и направит на что-то новое и лучшее в жизни. Наверное, это эта поездка. Ты, может быть, после поездки разговаривать начнешь, да, полностью? Да. Открывай следующее. Так. За папу, да? Ну, вместо папы. Что здесь пишется? Давай покажем. Да. Папу. Там пишется, что ты любишь папу. Ой, мы его порвали. Давай, пока не поздно, пока не поздно. Подожди, подожди. Давай посмотрим. Вот, как-то так. You will be fortunate in opportunities presented to you. Тебе, Слайк, короче, в чем-то очень повезет, что тебе представится. Люблю папу. Так, и это мое печенька было. Папу. Так. Я. Давай прочитаем, что там. Я люблю папу. Ну, молодец. Хорошо прочитала. Прочитала очень хорошо. Давай покажем, что там пишется. Здесь пишется. Все разное, смотри, на каждом обычно одинаково. Doors will be opening for you in many areas of your life. В общем, а мне откроется очень много дверей. Ань, открой, пожалуйста, вернее, не двери, а вот эти вот сложите корзинку. Так, теперь закусим арбузом. Привет! Ну что, Яна, мы вернулись из магазина, покушали в китайском ресторане, пришли домой. Да, посмотрели игрушки, достали пружину. Остальные мы оставили для распаковки, чтобы деткам показать. А покажи, какие мы кроксы купили. Топ немножко. Вот здесь вот кто? Биби. Машинка. И когда ты идешь, она наступает. Она мигает. А ну-ка наступай. Давай, спускайся вниз. Ой, вон, как у него глазки светятся.